ключик золотой, ключик золотой, золотой. Чудо сотвори, сотвори, дверцу в мир мечтаний открой и надежду подари. Есть на свете такая страна, фестивалем ее называем, где мы песни поем и играем, и чудес она всяких полна. И поверьте, лишь в этой стране мы сильнее становимся втрое. В этой доброй, волшебной стране можно стать самым главным героем. Наш ключик волшебный открыл в нас таланты актеров, художников и музыкантов, умельцев, танцоров, гимнасток, чтецов и будущих бардов и звездных певцов. Он дарит нам всем красоту и искусство, а жизнь наполняет смыслом и чувством. Вот такими словами обычно начинается наш заключительный гала-концерт открытого многожанрового фестиваля «Золотой ключик», где подводятся итоги и награждаются лучшие коллективы и отдельные участники фестиваля, а предшествует ему большая творческая работа. Для участников наш фестиваль – это возможность громко заявить о себе, насущная необходимость поделиться своим талантом и впитать опыт других. Нам любое дело по плечу, когда есть вдохновение и прилагаются к нему желания, умения и терпение. Так говорят участники фестиваля. А желание творить у наших ребят огромное. Этому подтверждение – творческие работы, концертные номера, в которых раскрывается душа, искренность, мастерство каждого участника. Фестиваль дает возможность участникам проявить себя в различных видах творчества, поучаствовать в 13 разножанровых фестивалях. Итак, за 26 лет фестиваль «Золотой ключик» объединил более 80 тысяч мальчишек и девчонок. Ведь каждый год в открытом городском многожанровом фестивале в отборочном и основных турах принимают участие более 12 тысяч человек из 295 коллективов из 173 образовательных учреждений города Москвы. Особенно хочется отметить, что за 26 лет на фестивале сформировалась команда профессионального компетентного жюри в составе 132 человек. Это люди разных профессий, профессионалы своего дела, тонко чувствующие и понимающие прекрасное. Благодаря их вниманию и доброму отношению к каждому участнику ни один талант не остался незамеченным. В этом году открытому городскому многожанровому фестивалю «Золотой ключик» исполняется 28 лет. Фестиваль снова распахнул двери для всех, кто хочет продемонстрировать свое мастерство, свои творческие возможности. Участниками фестиваля могут быть обучающиеся школьных отделений образовательных организаций города Москвы, занимающиеся по программам дополнительного образования, и обучающиеся учреждения дополнительного образования города Москвы в возрасте от 8 до 18 лет. В этом году юных актеров, музыкантов, чтецов, художников, танцоров и модельеров объединят 8 фестивалей. А в прошлом году впервые наш фестиваль предложил ребятам принять участие в образовательном проекте. Особенностью образовательного проекта стало то, что процесс освоения теоретического материала, выполнение практических заданий происходило в режиме дистанционного обучения.
с использованием различных современных технологий. Участникам предлагались мастер-классы, видеоуроки, встречи с мастером, участие в викторинах и многое другое. Образовательный проект вызвал интерес у ребят. В нем участвовали 689 человек. Все они награждены сертификатами образовательного проекта. Надеемся, что и в этом году образовательный проект будет также интересен и востребован нашими участниками. 28-й открытый городской многожанровый фестиваль «Золотой ключик» приглашает творческие коллективы и отдельных участников принять участие в 8 фестивалях. Это фестиваль «Волшебная палитра», который пройдет в форме выставки изобразительного творчества. Фестиваль «Мир глазами детей», выставка фоторабов. Фестиваль «Рукотворное чудо», который пройдет в форме выставки декоративно-прикладного творчества. Фестиваль «В мире музыки», где будут представлены инструментальный жанр, вокал, фольклор. Фестиваль «Юный музыкант-теоретик» представит сольфеджио, музыкальную литературу и музыкальную композицию. Фестиваль «Калейдоскоп ритма», где будут представлены танцы, оригинальный жанр и цирковой жанр. Фестиваль «Живое слово», где будут представлены художественное слово и художественное слово на иностранном языке. А также фестиваль моды «Шарм», которые будут проходить с ноября 2021 года по май 2022 года. Ждем вас! Желаем всем удачи и успехов! Ключик золотой, золотой, чудо сотвори, сотвори, дверь.